Страшно? Страшно становится тогда, когда я подхожу к зеркалу. Ужасное зрелище. Вчера я провел отличный вечерок. Поплясал на крыше черного лимузина, Мерседеса. И в итоге мне пришлось заплатить $1000 владельцу за причиненный ущерб. Вот так все и случилось. Вот как все было. Мы уехали из Австралии, когда нам было лет по 19-20. И с нами поехал менеджер, который оплатил нам дорогу до Лондона. А через 5 дней он сбежал, и у нас не осталось денег. У нас не то чтобы не было денег, у нас их вообще не было. И несколько лет мы жили в сквотах, бомжовниках, на улицах. И так прошло 3 года. И это продолжалось до тех пор, пока мы не стали играть музыку, и люди не стали нас слушать. У нас появилась возможность выступать, но изначально мы приехали в Лондон, не имея ничего, абсолютно ничего. Come sail your ships around me and burn your bridges down. We make a little history, baby, every time you come around. Come loose your dogs. Это не я решил, это Ник решил, что я буду играть в группе. Я очень люблю Bad Seeds. Это одна из самых лучших групп в мире. У нее огромный потенциал. Я пишу много песен. Я знаю, что они могут сыграть абсолютно все. Трудно сказать. Я знаю его 17 лет. Из них 15 мы работаем вместе. Но мы видимся только когда играем, да и живем мы в разных местах. Her name over mine, over mine.
Я думаю, что российская аудитория не так зависит от средств массовой информации, как, допустим, английская. В Англии средства массовой информации формируют вкусы, и люди слушают то, о чем читали в газетах. Но в России скоро, видимо, будет так же. Я верю в Бога, но я очень плохо отношусь к церкви. У меня было очень много проблем с церковью. Но я очень люблю Библию, и она мне интересна. Я много читал Библию, и она довольно сильно на меня повлияла. Церковь — это абсолютно неверное понимание Библии, неверная трактовка. И мои отношения с Богом довольно странные. Они нестабильные. Тема смерти меня очень интересует. Она влияет на мое творчество. Смерть даже захватывает меня. И я много о ней думаю. Мне кажется, что люди тратят слишком много времени на отрицание смерти. Всю жизнь мы притворяемся. Мы делаем вид, что никогда не умрем. Это тоже интересный момент. Что касается героев моих песен, то мне нравится дать им жизнь, а потом их убить. Название моей группы «Dos de Pati» связано со сценой из «Преступления и наказания», в которой женщина, не помню, как ее зовут, кашляла кровью в платок. И это происходило на званом вечере, и мне тогда показалось, что это день рождения. Ну, мне так запомнилось. Это не важно, но отсюда название моей ранней группы «Birthday Party». Меня устраивает, что появляется песня, благодаря которой люди готовы купить весь альбом. Всего одна песня. Хотя я-то знаю, что весь альбом им может и не понравиться. Ведь эта песня совсем не похожа на остальные.
И в итоге альбом попал к тем людям, которые никогда меня не слушали. И мне это нравится. Ощущение такое, что я к ним пробрался с черного хода. Есть много людей, которые купили альбом Murder Ballads, и потом подумали, какого черта я это сделал. Было так. Я и Полли понятия не имели, что мы будем снимать. Мы просто решили исполнить эту песню вместе. И случилась такая вещь. До съемок мы были друзьями. После мы стали больше, чем друзьями. И в клипе это все заметно. И поэтому это мой любимый клип. Что мне действительно по-настоящему интересно в моей деятельности, это писать песни о любви. Когда человек пишет песни о любви, значит, он взошел на самую высокую ступень творчества, потому что любовь — это и есть самое высокое, чего может достичь человек. Только нужно понимать, какой огромный потенциал боли несет в себе любовь. Любовь — это очень много боли, и это чувствуют все. Нравится ли мне быть влюбленным? Да, я и сейчас влюблен. Нет, я не всегда испытываю состояние влюбленности. Это такое чувство. Просто я всегда испытывал добрые чувства ко всему миру. Потому что научился испытывать такие же чувства к себе. Но это не значит, что я все время хожу довольный собой и счастливый. Просто я стараюсь воспринимать все как можно полнее и интереснее. Это может быть и есть любовь.